Готовимся к новому птицеводческому сезону. Это старый дом. Покрасили, побелили, навели порядок. Чистота, красота, тепло, светло. Старые построечки убрали, всякие загончики. Будем делать железные клетки. Трудимся, не покладая рук. Яйца уже заказали. Надеемся, новый сезон будет удачным. Еще осталось проверить брудера. И все будет отлично. А Саша трудится над клетками. Работает целыми днями. Варит, пилит. Вот наварил тут каркасов. Целую гору. Еще у него тут железячки, куча всего. Все подготовил. Теперь осталось практически все собрать, да? Покрасить. Ух, до покраски тут еще время. Не дошло мне. Ну, пока Саша тут этим занимается, я готовлю землю для рассады. Трудяга работает, варит железные конструкции. В крольчатнике у нас тоже все отлично, замечательно. Недавно убралась, навела тут порядок, вычистила всю пыль с клеток, кое-что пообжигала. О, а вот здесь пух появился. Видимо, кто-то родился. Хотя у нас должны быть роды 25 числа. Несколько крольчих должны окролиться. Так, проверим. Ладно, сейчас я посмотрю ту крольчиху. Если что-то есть, я вам покажу. Вот эта красавица у нас родила. Ну, что-то как-то неудачно. Первокролка. Евина любимица. Ну что ж ты так-то, а? Девочка моя. Короче, показывать не буду. Три крольчонка и духленьких. Вот так. Неудачная кол. Место она подготовила, но почему-то родила вот здесь. Они здесь лежали и замерзли. Ну, было три. Оставлю клеточку. Может, еще кто-нибудь родится. Еще одна крольчиха родила. Вот здесь более удачная крол. Смотрим, смотрим, что у нее тут. Раз, два, три, четыре, пять. Пять крольчат. Все чисто, хорошо. Соберем весь пушок сюда в кучку. Чтобы им тепло было, малышам. И добавлю еще сена. Ты молодец, крольчишка, да. Мало, конечно. Но такова жизнь. Крыла пора менять, видимо. Сейчас добавлю сена и поставлю на место маточник. Ну что, из четырех крольчих две родили, две еще нет. Будем ждать. Ну, результат пока 5 крольчат. 3 минус еще.